затевают с лицом разговор. Боевые песни наши звонкие, наши люди смелые боя. И чернеют немцы под обломками на железках и на большаках. До этой встречи Лилия Мордос и Мария Шалай не были знакомы. Одна живет в Бобруйске, другая – на Кличевщине. Но оказалось, что судьба связала их жизни еще тогда, в тяжелые военные годы. Отец Лилии Васильевны служил в партизанском отряде номер 277 под командованием Игната Изоха. Там же за родину сражалась и молодая партизанка Мария. И вот две женщины встретились на слете партизан в Кличевском районе в июне 2014-го. Я не думала, что я уже встречу кого-нибудь, потому что мои родители умерли, и я не думала. Я взяла фотокарточки с альбома и думаю, ну, авось кто-нибудь еще жив, знаете как. Ну, и вы представляете, вы видите человека, который видел отца и помнит хорошо. Дочкой называл меня. Ну? Василий Артемович. Артемович был человеком культурным и таким внимательным, особенно вот к нам. А нам было кому 17, кому 18, 19 лет. У нас группа была, которой мы ни одного боевого задания не пропускали. И когда вот приходили, командир отделения приказывал утром не помогать, по очереди есть в отделении готовить. Как это я буду? Мужчина пошел есть и готовить. Но у нас было отделение молодежи, комсомольцев. Устаю, иду готовить. А он приходит. Ну что ты, дочка, уже здесь? А отдыхать, когда ты будешь? Ты же не вырастешь. Я худенькая была такая, да и маленькая. С первых дней Великой Отечественной войны Кличевщина стала местом активного сопротивления врагу. Это был центр партизанского движения на Могилевщине с его огромными лесными массивами и непроходимыми болотами. Надежным укрытием для всех служил Усакинский лес. 23 марта 1943 года народные мстители разбили вражеский гарнизон в Кличеве и восстановили на территории партизанской зоны советскую власть. Слет партизан в Кличевском районе начался с путешествия в прошлое. Вот они, уже не юные, идут строем. Но не на задание, как прежде, а навстречу со своим детством и юностью. Этими предметами быта, что собраны в музее под открытым небом агротехнического колледжа, уже никто и не пользуется. Но такие несовременные орудия труда вызывают у ветеранов войны искренние эмоции радости и детские воспоминания. И руки сами тянутся к инструменту. Раньше все строили, надо же были доски, шелёвки, пилили, все вручную шпилили. Мой отец хлеб этого ел. У Мстиславли строили льнозавод, так он, значит, всю зиму работали. Это кормилица была, а я малый был, так он там поработает неделю, зарплату дает, конфет печенье накупляет. В районном краеведческом музее также было что вспомнить, и не только участникам лесной армии. Раньше чем мух много было в крестьянских хатах, а как ловить? Вот это была такая мухоловка. Туда наливалась жидкость послащенная или сыроватка там из молочка. Сюда так ложился материальчик намоченный. Мухи туда лезли, потом поднимались вот то горлышко. И сюда и больше и вылазить не могли. А вот в зале, посвященном Великой Отечественной войне, нахлынули иные воспоминания. Воспоминания военного юношества. Казалось, что почти каждое лицо на старых фотоснимках было до боли знакомым. Следовали с боями. Это были бои на уничтожение и пленение. Бьется в тесной печурке. Если бы у нас были такие землянки, была бы благодать. Эти слова произнесла ветеран Екатерина Вержанина, когда увидела музейную партизанскую землянку. Наша, конечно, хуже была. Наша земля...
бревен, и были такие сделаны нары, так и верхние нары. И вот это спали партизаны. Наш стил таки был из соломы, и подстилки находили, но закрыты были. Так мы спали. Про каждый экспонат эти люди могут рассказать то, чего в книгах не напишут и в кино не покажут. Это противотанковая пушка 45-миллиметровка. На фронте мы ее звали, значит, «Смерть врагу и гроб расчетом». Воспоминания молодости, воспоминания такие, что после их спать мне даже хочется. Тяжелое было время, особенно мне в 41-м году. И все же партизаны романтики, хоть и видели суровую правду войны. Ведь так искренне блестят глаза, когда с уст слетают строки о любви. Я сам когда-то был музыкант, люблю, когда слушать песни. А эту песню я люблю. И вот так совпадение, вот совпадение. Она только пару слов сказала, как я сразу пошел и начал петь. Гитлеровцы не могли смириться с тем, что в их тылу действует столь крупное партизанское формирование. Чтобы его ликвидировать, оккупантами было предпринято 5 мощных уничтожающих блокад. Каратели стерли с лица земли 61 деревню, погибли более 2000 мирных жителей и партизан. «140 берез» не один десяток лет шумят о 140 погибших мирных жителях. Их фашисты безжалостно сожгли в 1942-м вместе с деревнями Вязень и Селец. Теперь на мемориале «Расколотая хата» есть и зеленая кленовая аллея памяти, которую высадили участники нынешнего слета. Это память, которая осталась нашим поколением. Считаю, что поколение нас не забудет. Это ведь история, которая будет вечна. Вечную память героев почтили на мемориальном комплексе воинской славы близ деревни Усакино, где прошел митинг «Реквием». Денек выдался не из легких, но где наша не пропадала, говорили партизаны. Ведь если есть путь, то его надо пройти до конца. Этому их научила жизнь, и вот лесная армия отправилась в партизанский лагерь. А там жизнь, полная и суровых военных будней. Товарищ командир, в лесу был пойман немецкий диверсант. При нем был обнаружен пакет. И партизанского веселья. Партизанка моя мать и сама я партизан. И отец мой партизан на боку нашу ногу. Для одних участников слета это прикосновение к истории, другие же сами часть этой истории. Конечно, мы не можем сравнить и пережить то, что пережили люди войну. Но волнение, конечно, есть, очень большое волнение, переживаешь сам и чувствуешь себя в этой роли. И очень сложно все это передать. Достоверно мы передаем тогда, когда у ветеранов на лицах это все отражается. Тогда, в общем-то, мы угадали и со своими эмоциями. Потому что будь я во время войны, я не знаю, как бы я себя повела. То, что вот это происходит в лесу, кругом землянки, музыка, песни времен партизанских, военных. Это, конечно, всколыхнуло воспоминания. И этим очень приятна эта встреча.
Здесь, кажется, снова они, молодые, готовые отдать жизнь за победу. Все та же гармонь и все те же фронтовые песни, слова которых навсегда врезались в память. За любовь и за победу, пусть быстрее придет она. За любовь и за победу, пусть быстрее придет она. Благодаря этим людям, которым вот сейчас 90, которые пронесли все вот это страх, ужас, боль, потеря, слезы. Мы живем сейчас. Мы сейчас живем. Продлить память можно по многим направлениям. Это и музеи, это вот такие мемориалы и так далее. Но самое главное, чтобы эта память была у людей. Расскажу своим детям, а они потом внукам. А что вы будете рассказывать и как вы будете рассказывать? Постараюсь передать им всю информацию, которую знаю сама. Всю до слов и эмоции вот эти, чтобы дети сохранили и запомнили. Как бы банально это ни звучало, но они и сейчас в строю, и пусть силы уже не те, и здоровье нередко подводит. Эти люди всегда готовы проделать долгий путь, чтобы встретиться снова. Ведь их объединяют воспоминания юности, ни с чем не сравнимый вкус партизанской каши, искры костра. Их объединяет победа.